Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я расскажу вам историю со знакомством с близнецом. Омлет из помидор с яйцами и сыром. Вкуснятина. После горячего блюда я ем сыр. Так? Потом я съем активию. Люблю активию. И после этого съем банан. Когда я разошлась с моим русским мужем, да, сын у меня был школьник, и я работала инструктором-методистом по спорту, и время от времени мы ходили на стадион. Мы ходили на стадион, я там бегала, а сын играл в футбол. Бегаю, значит, я, и кто-то меня догоняет сзади. Вкуснятина. Кто-то говорит: здравствуйте. И обгоняет меня, говорит: о, привет. Ну, я решила отдохнуть, присесть. Вкусно, вкуснятина. Ну, через некоторое время кто-то возле меня садится. Смотрю, это этот парень. Устали? Я говорю: ну да, устала. Он говорит: меня зовут Алёша. Я говорю: очень приятно. Вот, я сама представилась. Спортом занимаетесь? Я говорю: да, я вообще-то работаю, говорю, инструктором-методистом по спорту. Он говорит: о, это здорово, спортивная девушка. Я говорю: ну да. Ну тут, говорю, у меня сын бегает, он с пацанами, говорю, футбол играет. Вот, а вы замужем, наверное, муж тоже приходит? Я говорю: нет, мы с мужем разошлись, говорю, я прихожу сюда с сыном. А я, говорю, тоже не женат. А? Большими кусками вкуснее кушать. Вот. Познакомились, говорит: что делать сегодня вечером? Я говорю: ну как? Как всегда, говорю, сейчас после футбола поужинаем с сыном. А я буду телевизор смотреть. Как всегда, говорю. Вот, а что так скучно проводить время? А давайте завтра сходим в кино. А я говорю: ну не знаю. Я же давно не встречалась с мужчинами, потому что мой сын школьник. Ну как-то вроде сын да сын, сын да сын. Ну вот. Ну и тем более он мне понравился. Я говорю: ну хорошо, сходим. Только на 7-часовой вечера. Ну ладно, хорошо, там встретимся. Сын подходит и говорит: мам, что за мужик тебе пристал? Я говорю: ну, хотел познакомиться. А он говорит: ну как, познакомилась? Я говорю: ну, познакомилась. Завтра в кино пригласил. Он говорит: ну, ничего так, неплохой вроде. Говорит: иди. Я говорю: ну, если ты даешь согласие, то пойду. Ну и все, я, значит, прихожу в кинотеатр, он там стоит, меня ждет уже. Зашли, сели в кинозале, фильм начался, комедия. И он взял меня за руку, в середине фильма уже. Взял меня за руку, ну и молчит, я молчу. Потом, когда вышли из кинотеатра, он меня взял за руку, и, держась за руки, там и пошли гулять. Проводил меня до дома, значит, да. И я тут, знаете, всегда замечаю, у кого какие уши. Я говорю: о, какие эти уши, говорю. О, какие эти уши, говорю, так замочку так беру, да. Я говорю: долго будешь жить? Такие хорошие уши у него. Вот, он еще посмеялся, говорит: да ладно, посмотрим, говорит, сколько проживу. Ну и все, и пошел. Мы встречались с ним 2-3 раза в неделю, потому что работали, еще сын у меня школьник там, да, еще у меня такие работы в спортзале были допоздна, вот. И к концу недели уже, в субботу, он говорит: пойдем на танцы. Я говорю: не знаю, пойдем. Но получилось так, что я не смогла пойти. Вот, я не смогла пойти. Он пришел ко мне, постучался и говорит: ты идешь на танцы? Я говорю: нет, сегодня я не пойду, извини, пожалуйста, что ты меня ждал. Говорю: там. Ну ладно, пока-пока. Наступает следующая неделя. О сексе и речи-то нет. Держимся за ручки, целуемся и все. Даже не щупаемся. На следующей неделе он приходит такой уже, ну он все время одевался по-разному, да? Я говорю: ты сегодня какой-то не такой, говорю. Ну, пошли там в кафе мороженое. Сын в школе был.
А мы где-то полшестого, наверное, было, после работы уже. Вот. И я говорю, ты какой-то сегодня необычный. Он говорит, ну да, и так стесняется еще как будто. Я говорю, что-то совсем другой сегодня, говорю, ты. О! Да он так, да вот такой же. Ну, значит, потом поели мороженого, посидели, поболтали, так просто. И пойдем погуляем. Я говорю, ну, пошли погуляем. Пошли погуляли, гуляем, о том, о чем говорим, ну, ни о чем. Как, да что, да как там на работе, ты-ты-ты-ты, он же это общежитие. У меня своя квартира, вот. Прогулялись по мосту, посмотрели на бурлящую таежную реку. Так? Потом я говорю, ну, пойдем, проводи меня, говорю, уже поздно. Вот он говорит, да что, не поздно еще, даже не темно. Я говорю, ну, ничего страшного, говорю, мне уже пора. А он мне говорит, а ты не пригласишь к себе? Я говорю, нет, пока не приглашу. У меня, говорю, сын школьник, говорю, я не приглашаю никого вообще-то, я говорю, мужчин к себе домой. Потому что у меня сын очень серьезный, говорю, и всех подряд я никого не приглашаю. А он мне говорит, ну я же не всех подряд. Я говорю, ну посмотрим, поживем, увидим. Он, какая я, водолей, какая у меня интуиция. Он говорит, ну ладно, тогда другой раз. Я говорю, ну другой раз. И мы с ним встречались. Целовались, гуляли там, я любила гулять, смотреть на горы, да, на горы, поднимались там на вышку. Только за руки и только целовались. Как-то я не хотела секса, ну, как-то осторожно, я не хотела что-то почему-то. Как-то я не душа что-то не хотела. Но парень-то был симпатичный. И так проходило время проходило. И однажды в субботу, в 11 суббот, он говорит, можно я к тебе приду в гости? Говорит, приду в гости, говорит, просто посидим, попьем чаю, кофе. Вкусно, вкуснятина, омлет из помидор с луком и с сыром. За разговором-то уже умяло? Сколько? Смотрите. Сколько уже умяло за разговором-то? Вот. Теперь банан потом. Йогурт потом, сыр, побуду скушать сыр и рассказывай. Ну, в одну из суббот он, значит, ко мне пришел. Я говорю, ну, приходи ко мне, попьем тогда чаю. Вот. Каприз Бога буду кушать. Сыр. Каприз Бога буду кушать. С вилочкой буду кушать. Без хлеба. Совсем растолстил. Пришел он, попили, значит, я приготовила там песочное печенье. И он мне начал говорить, начал комплименты. За руку мне брать. Комплименты начал говорить. А я так поняла, подумала почему, думаю, что-то не то. Что-то он очень нежный слишком. Я говорю, нет, я не хотела бы, говорю, ничего, никакого секса, говорю. Говорю, нет, я не могу возле сына делать секс, говорю, нет, я не могу. Я не буду сексом заниматься. Он говорит, ну подойди ко мне, подойди. Ну я, он встал же, да? Он встал, я встала тоже, он меня так обнял. Ну, как всегда, целуемся только, да? Не знаю, там у него встает или не встает, не знаю. Не проверяла. И вдруг я опять увидела его уши. Я говорю, ну прикалываться люблю. Я говорю, ну у тебя уши, говорю, такие большие, говорю, долго будешь жить. Он говорит, да ты что? Я говорю, да? Ты что? Я же тебе говорила, говорю, уже. И так беру замочки, да? И трогаю. И вдруг вижу здесь родинку. Вот здесь вот прямо внизу под мочкой. Такую родинку вижу. Я говорю, Алёша, откуда у тебя родинка? Что-то я раньше не видела. Говорю, я внимание обращала всегда. Он говорит, всегда была эта родинка. Я говорю, да ты что, я не замечала. Ну ладно. Не замечала, думаю, ну и ладно, говорю, ну и что? Ну ладно, не замечала. Ну, так поговорили, просто все прошло. Попили, поцеловались. Потом я ушла его провожать.
немножко проводила от дома, но еще продолжали встречаться. И в один из дней я возвращалась с работы. Я же работала инструктором-методистом по спорту. Собрала мячи, маты там с ребятами, да. Закрыла спортзал и поехала домой. Пораньше, где-то было 5:30. Еду, значит, в автобусе. Подъезжаю к гастроному. Остановка там, гастроном, но мне еще дальше ехать. Смотрю, огромный гастроном. Раньше были магазины гастронома, а? Стоит мой друг Алеша. И так прямо оглядывается. Так прямо смотрит на магазин. Я думаю, кого это он, интересно, ждет? Любопытство меня было. Тут он ждет, а я даже проехала, вышла на остановке. Любопытная, молодая была же. Вышла и стою с остановки, смотрю. Кого же он ждет, думаю, ёкалы-маны. Со мной встречается, дружить начал, да? С кем-то, наверное, встречается, а может, он женатый? Знаю же. Вот, сыр поела. Так. О, хорошо сидит. Стоит. 1, 2, 3, 4, 5 минут стоит, да? Вот. Ну, думаю, оно стоит, да стоит. Вот. Ох, какая вкуснятина. Натуральный йогурт, как сметана. Потом, ну, ладно, думаю, кого-то ждет. Уже я в печалях, думаю, ну, наверное, жену. Наверное, женат, наврал, наверное, мне. Потом... Через несколько минут подходит к нему парень, а далековато, не вижу же, на лицо-то не вижу. Ну, знаешь, что это, когда я проезжала на автобусе, видела, что это он. Думаю, слава богу, что не женщина. Какие мы наивные, а? Одинокие, разведенные дамы-то. Ну, слава богу, ну, значит, решила подойти. Алеша-то стояла лицом ко мне, а парень стоял спиной ко мне, но они одинакового роста. Алеша, привет, я ему говорю. А он так как будто испугался и говорит, привет. И другой-то поворачивается. И, о боже мой, они как две капли воды похожие друг на друга. Близнецы. Представляете, да? Он мне никогда не говорил, что у него есть брат-близнец. Я в шоке. Вы близнецы? И тут до меня дошла та родинка. Я говорю, а почему ты мне, Алёша, не говорил? Кто из вас Алёша? Кто из вас Алёша, говорю, скажите хотя бы мне, кто из вас Алёша? И вы, наверное, еще женаты, говорю, решили подыграть надо мной, да, с родинкой. Возле уха, говорю, а кто из вас Алёша первый-то? Он мне говорит, это я, Алёша. Я говорю, вот так ты, Алёша, говорю. А тогда ты кто? Он говорит, Андрей, я его брат. Я говорю, ну-ка, у тебя там родинка? Посмотрела, точно, а он покраснел и говорит, он говорит, да, у меня родинка. Я говорю, так ты кто же ко мне ходил? Говорю, целовался со мной, говорю. То-то я почувствовала какую-то разницу между вами, говорю. Так-то присмотреться, говорю, у вас-то ничего такого и нету никакой разницы, говорю. Только родинка возле под мочкой, говорю, да? И улыбаетесь, вы недоумеваете, покраснели, говорю, одинаково, говорю. А что же вы решили-то, поиграть со мной, говорю? И со всеми вы так делаете? А Алеша-то, который без родинки, говорит, нет, говорит. Это просто так получилось. Я говорю, как получилось? Я говорю, вы что, оба женаты? Андрей говорит, он женатый. Я говорю, он женатый, еще целовался со мной. Обнимал меня и целовал. Да вы что, ребята, вы решили со мной позабавиться, говорю? Ну вы даете, говорю, нет. Я сразу на мужиков, говорю, не бросаюсь, говорю. Какие вы подлые, говорю, ребята. Какие же вы подлые. И пошла. Да? И никогда я их больше не видела, никогда я их не встречала, не знаю, куда они делись, да. Просто я хочу сказать, дорогие друзья, дорогие подписчицы, одинокие женщины и молодые девушки, да, будьте осторожны, когда вы знакомитесь с мужиками, с парнями, с мужчинами, да. Будьте осторожны при знакомстве. И опять же, как быть осторожным, да? Как быть осторожным? Люди знакомятся на сайте знакомств. Но опять же, где знакомиться, вы скажете? А где знакомиться-то? На танцах?